Яркие видеоролики, звуки городов, эмоции актеров – все это переплетается в перформансе «Граница». Украинские и польские художники в цепочке постановок показали свое видение того, что такое границы – географические, политические, военные, этнические, этические и метафизические. Юлия Крючкова расскажет дальше. Проект «Граница» объединил совсем не приграничные города, Познань и Мариуполь. Между ними 2000 километров, но в искусстве 5 польских и 5 украинских творцов нашли общие эмоции. Все ищут идентичность, ищут коды городов, ищут какие-то особенные черты, а нам, наоборот, интересно искать общее. И многие участники проекта говорят о том, что граница в их понимании – это не только то, что объединяет, не то, что разделяет, а то, что объединяет. Интерактивную акцию готовили на протяжении полугода. За это время полякам пришлось изучить особенности жизни в Украине. Они побывали на Донбассе, ведь там понятие границы приобретает другие формы. Люди из Донецка и Мариуполя видят некоторые вещи совсем не так, как мы, потому что мы не участники всех тех событий, которые происходят на востоке Украины. Мы как туристы, это интересно для нас, но для людей, которые там живут, это абсолютно по-другому, ведь за всем этим скрываются эмоции. Перформанс уже показали в Мариуполе. После украинской столицы его увидят жители Познани через неделю. Юлия Крючкова, Руслан Белозеров, UATV.